Я вам сегодня хочу показать очень классную систему Zwilling, называется Freshness Extended, которая буквально недавно у них появилась. Как только она появилась, я сразу ее купила. И вот я ее тестила все это время, чтобы вам потом рассказать все как есть и что я по этому поводу чувствую. Сама система идет, самый главный инструмент в этой системе – это вот эта вот штучка. Это штучка, которая высасывает воздух. Оно, конечно, помимо того, что оно очень стильненькое и красивенькое, оно еще очень удобно им пользоваться. Вот они вообще идут очень много разных размеров, вот в такой упаковочке. И они гарантируют, что в 5 раз будет дольше храниться продукция. Так вот, как это работает? Работает вообще просто великолепно и легко. Вот у меня тут клубничка, сейчас покажу. Я достаю, бросаю все это дело сюда, закрываю крышечкой и снимаю вот эту крышечку здесь. И главное, чтобы оно вот туда зашло, и нажимаю кнопочку. Все, и оно начинает высасывать воздух, создавая вакуумные условия для хранения любой продукции. Здесь причем хранить так можно все что угодно. Вы снимаете эту штучку и ставите сюда. Все, вот у вас вакуумная упаковочка. Хранится реально дольше. Я пробовала творог вот так хранить, просто нереально классно хранить. Те же самые фрукты и овощи. Но большой минус, я как-то хранила мясо, доставала его с холодильника и уронила вот такую вот коробочку. Большой минус того, что они отдельно не продают вот эти стеклянные штучки. Они есть еще и пластиковые у них, но я выбираю стеклянные, и я не смогла купить, то есть у меня крышечка осталась, а вот этой штучки не было. Поэтому мне пришлось заказать новый набор из двух вот таких вот, и, в принципе, я тоже им как бы довольна. Работает эта штучка, я купила их еще в ноябре или в октябре, и я никогда еще ее не заряжала, сейчас уже февраль, то есть я ей пользовалась полгода. Заряжается очень просто. А нет. Вот такой шнурочек есть, который просто вставляется сюда, и оно заряжается. Это чуть-чуть у меня от другого. Очень удобно, оно идет тоже с таким вот USB, сюда вставляется, поставил, зарядил. Но вот мне на полгода хватает вот этой зарядки, чтобы пользоваться ими постоянно. Поэтому мне это очень-очень нравится. Чтобы его разгерметизировать, надо приподнять вот эту штучку, все, и оно легко снимается. То есть вот она, эта штучка, воздух сюда и проходит. И оно поднимается и очень легко. Еще также в наборе шли вот такие вот пакетики разных размеров. И, кстати, можно QR-код сканировать и выставлять, или писать дату, или выставлять, как вам нравится. Работает все абсолютно точно так же. И их очень удобно. Я такую рыбу, морковку хранила. Очень классно и долго хранится. Смотрите, какой прикол. Оно, например, когда вы начнете высасывать, оно будет прикасаться к продукции. Поэтому тут есть вот такая вот штучка, которая ставится сюда, чтобы оно создавало между едой и пакетиком какое-то пространство. Я так пробовала, оно хорошо работает с мясами, с любыми другими всякими продуктами питания. Все, закрываете вот эту штучку и также включаете и высасываете воздух. Ой, не оделась. Эти штучки, они, сейчас, наверное, не завернут. Сейчас, подождите. Все, пошла жара. Здесь есть в Канаде такого плана, называются Lifesaver. Но там надо покупать отдельные эти пакетики, они одноразовые. Ты их использовал, так мяско положил, и в морозилку, или в холодильник, неважно куда, и оно там так хранится. Видите, вот эта штучка создает здесь условия для того, чтобы высосать воздух хорошо, и чтобы не соприкасалась с продукцией вот этот кружочек. Поэтому классно, работает очень удобно, хорошо, так удобно мыть. Единственное, после морковки или после каких-то других продуктов, которые используются, отмывается не совсем хорошо. Они есть в таких огроменных размерах, и идут два маленьких и два больших в наборе. Вот как видите вот здесь. Хранить можно все что угодно таким образом. И еще у них есть ланчевые контейнеры, такое можно делать на ланче. Видите, вот тут показаны размеры, есть побольше, поменьше. Очень-очень хорошая система. Стоит она, я покупала за $150, мне кажется. Ну и, конечно, основная цена — это за вот эту штучку. Еще у них набор, это нам потом в подарок прислали, но можно купить. Есть вот такая штучка для вина, работает точно так же. Сейчас я вам покажу.
когда любую бутылку просто вы вставляете вот так. Ну, это, конечно, хорошо работает, но та же система. Все. И оно герметически ее закрывает. Все. Закрыто. Открывается таким же образом. Все. Очень легко и просто. И выглядит очень стильно и очень удобно складывать в холодильнике.